Всем привет! Здравствуйте, Ютуб! Доделали мы этот каракат. На нем уже катались немножко. Мотокультиватор кросс. Поменяли звезду, поменьше поставили. Тяжело ему было по снегу. Да и быстро сильно ехал. Вот сейчас будем вторые испытания. Вот я как раз видюшку засниму немножко. Здесь покатаемся. Так, ну что, заводим. Нет, надо развернуть его сверху, то он будет впереди ехать. Полегче будет. А рулит, кстати, хорошо. Не достает до газа. Фоткал? Ну, сними мою перчатку. О, Андреевна, как полегче, смотри. Валя. Бля, ты же открываешь дверку. Не достает шкет. Ну когда я тебя сфотаю? Миша, иди сфоткай с ним. Потихоньку только, чтобы Мишка не упал, бля. Вот здесь вокруг этой покатайтесь. Брось их на землю пока. Подожди, не уезжай, я сфотаю его. Смотрите сюда. Все, отъезжайте. На квадрике уже не покатаешься. Здесь-то можно, в принципе. С глушаком получше. Кстати, немножко глушак мы это модернизировали. Побольше я трубку уварил выходную, а то ему душило. Вот сюда езжай. Андрюха!
Тормозов нет на нем. Надо, он скрипковые сделаю тормоза. Вот, кстати, тормоза надо делать. Сейчас где побольше снега проедет. Вот тут я буксовал. Ну газуй, газуй, газуй! Не, не идет. Еще на звезду меньше. Надо еще звезду меньше, да? Мишанька, помогай, толкай! Сцепление так сгорит. Еще поменьше звездочку. А куда уже меньше, правда? Пробить раз дорогу. По нас он будет идти нормально. Ну что, нормально едет? Руки замерзли. Ну когда копаешься прокатиться за рулем? Чего он не сможет-то, да, Мишанька? Садись сзади-то. Чего он не сможет? Езжай вот так вокруг. Да ты это, газуй! А? Газуй, Миша! Сейчас они газанут. Если не перевернуться. Так ты газуй! Обороты, надо ему сцепление что-то. С ремешком, конечно, тоже были свои преимущества. Ну ладно, давай, я сейчас покатаюсь. Цепочка подослабла. Цепочка, кстати, подослабла. Не знаю, надо что-то придумывать, блин. Что-то тяжеловато ему. Ну сюда уже звезду некуда больше ставить. Так и останется. Для нас-то пойдет. В принципе. Вдалеке ему. Он все снег липкий. Сегодня тепло плюс один. Так что вот такие вот покатушки были. Небольшие, пробные. Ладно. Как-нибудь будет получше, когда морозец будет, похолоднее, мы еще заснимем видюшку. Так что всем спасибо за просмотр. Ну и всем пока. Пока. Пока.